В ресурсоснабжающую организацию поступила заявка от жителей многоквартирного дома по улице Кудрявцева. Люди обратились по поводу снижения параметров отопления. Буквально через час по адресу уже начала работу бригада ТСК «Мосэнерго». Специалисты выявили место предполагаемой утечки, начали раскопки. Все работы по устранению повреждений на теплосетях в городе продолжает контролировать Дмитрий Волошин. Ну, видим, даже вон там уже бурление идет. То есть, в принципе, на место попали мы точно. До конца скроют лотки и, соответственно... То есть, вот здесь точно мы понимаем, да, что здесь... Да. Ну, даже по земле видно, она мокрая, сразу, когда копать начинает. Глава отметил, что минусовая температура на столбике термометра никак не скажется на скорости и качестве проводимых работ. Наоборот, для специалистов ТСК «Мосэнерго» это дополнительный повод ускориться. Ежедневно на городских теплосетях продолжают трудиться до 18 бригад. Мы не отключаем дома ни в коем случае. Это текущая ситуация, которая будет за несколько часов решена. Но, тем не менее, наша задача оставаться здесь и понимать, что авария будет устранена, убедиться в том, что у людей в всех квартирах тепло. Сейчас, в период минусовых температур, контроль обстановки с теплоснабжением и подачей горячей воды усилен. Мы направили в том числе обращения, рекомендации во все управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, усилить контроль в связи с перепадом температур за системами внутри домов, системами наружной ресурсоснабжающей организации, котельными и так далее, чтобы сейчас очень важно постоянно находиться в таком, скажем так, режиме дежурном. До конца отопительного сезона в городе продолжит работать штаб по вопросам отопления под руководством главы Химок Дмитрия Волошина. Андрей Липанов, Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.